Приветствую, силачи старой школы. В общем, в жизни многих людей наступает период, когда они зажираются. А когда зажирается силач старой школы, вместо обычных прутков из стали С3, который уже не втыкает, он начинает гнуть прутки из благородных металлов. В общем, вот такой вот латунный квадрат у меня здесь. Длина 20, толщина 10 на 10. Сейчас я его замотаю, попробую прокинуть. Ну, собственно, я готов. Пруток тоже. Сейчас попробуем херануть его. We'll be right back.
Что? Блять. Я думал, он собьется в красивую букву У. А тут вон оно что вышло. Короче, такое вот буржуйское сгибание Петербурга.